Здравствуйте, Татьяна. Погода замечательная, рада встрече. Здравствуйте, очень рад вас видеть. Я тоже очень рада. Я очень рада видеть вас и вашего потрясающего черного железного огромного коня. Ну, собственно говоря, очень артистичный автомобиль. Когда я думал, какой автомобиль больше подходит современному художнику, у меня был, в общем-то, выбор достаточно большой, но я остановился. Типичный автомобиль художника, я хочу сказать, типично. Чтобы на нем возить холст вот прямо в рамах уже наверху, да, так, стоп. Во-первых, он удобный с точки зрения перевозки картины. Это, между прочим, очень серьезная тема, и вы абсолютно правы. Во-вторых, конечно, этот автомобиль, автомобиль не для города. Конечно, это автомобиль не для обычной, не для обыденной жизни. И поскольку, конечно, жизнь художника, она всегда немножко необычная и необыденна, то, наверное, это вот автомобиль для природы, для вдохновения, для того, чтобы куда-то на нем...